Здравствуйте, это программа «Обстоятельства» в студии Мария Калинка. Мы будем говорить только о том, что важно каждому, и попробуем помочь разобраться, что происходит в России и Петербурге. На следующей неделе на берега Невы приедут предприятия и организации, которые несколько лет назад поймали волну и занялись импортозамещением, причем в пищевой промышленности. Уже подтвердили свое участие Дагестан, Крым, Татарстан, Архангельская область, Псковская, Новгородская, Вологодская и другие. Запланирован даже визит делегации предприятий Китайской Народной Республики. Для нас, конечно, важно, чем может похвастаться Петербург или Ленинградская область. Ну, попробуем разобраться, что производят у нас, где купить вкусные продукты. И главное, как понять, что они действительно из Петербурга. О том, как западные санкции стимулировали наш рынок. Поговорим с президентом Ассоциации крестьянских, фермерских, личных, подсобных хозяйств и кооперативов Петербурга и Ленинградской области Михаилом Шкондо. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. И у меня еще в гостях заместитель директора Петербургского центра контроля качества товаров, работы и услуг Владимир Баринов. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Если говорить о том, что вот несколько лет назад, когда ввели санкции, что в Петербурге и области стало больше всего развиваться э, в качестве импортозамещения? Ну, наверное, вы знаете, ä, правильно сказать, что все сферы и промышленность, ä, и легкая, и тяжелая, и ä, промышленность пищевая стали активно развиваться. Более того, сегодня ä, уже неоднократно мы слышали от ä, целого ряда предпринимателей, производителей ä, пищевой продукции, что они крайне не хотят, чтобы отменялись санкции. Но это абсолютно понятно, с чем связано. Поэтому санкции сегодня во многом, как бы это странно ни звучало, стимулируют. То есть сначала а... все испугались, а потом в общем поняли, что это какие-то да. возможности. Я на самом деле в некотором роде тоже разделяю их точку зрения. Если говорить сегодня о Петербурге, Ленинградской области, то у нас сегодня, что называется, есть чем заменять импорт. Мы сегодня работаем с такими производителями, ну, в первую очередь, как Центр контроля качества именно в сфере пищевой продукции. Сегодня в нашем городе, мы сегодня это еще подробно обсудим, есть целый ряд комплексных программ поддержки наших производителей, да, ну, и одна из основных, в рамках которых сегодня реализуется городская программа ⁇ Петербургское марка качества ⁇ о которой тоже будем говорить. Это программа первоочередных мероприятий по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности, которая предусматривает целый ряд проектов интересных в сфере импорта замещения. Вот если говорить о петербургской марке качества, то проект уникальный. Ну, давайте чуть-чуть позже все-таки о петербургской марке качества. Сейчас хочется понять все-таки, что стали импортозамещать вот все-таки с введением санкций. Михаил, вот среди фермеров что стало популярным или, в общем-то, как работали, так и продолжают? Ну, здесь у нас как правительство что ли предусмотрело или не предусмотрело, но вообще программы активной поддержки сельского хозяйства они начались задолго до этого момента. И еще с 2012 года они пошли, предвидели, before, <смех> <смех либо чувствовали, либо просто начали вовремя понимать, что нужно с этим что-то делать. Да? И уже с 2012 года у нас есть активные две таких поддержки, как грантовая поддержка начинающего фермера и семейные животноводческие фермы. А, это значит что, что когда появились санкции, то ничего не выстрелило, ничего не начало развиваться, а все уже продолжало развиваться. А, не то, что не выстрелило. Просто тот, ну, когда фермер появляется, и у него как раз начинает продукция происходить, производство где-то через год-полтора, то получилось, что как раз это пришло, грубо говоря, как раз к моменту, когда начались санкции. Соответственно, рынок не испытал, ну и сами фермеры, некого шока в плане того, куда девать продукцию. Но может они быть, и так его не испытывают. Может быть, фермеров больше просто стало? Может быть, люди поняли в момент санкций, что это какие-то возможности для них, пойти в фермеры и что-то сделать? Сыр? Здесь вопрос такой. Есть продукты, которые на самом деле действительно почувствовали некое облегчение. Если говорить, допустим, про говядину, то до санкций ее было производить невыгодно практически. То есть это надо было очень хорошо поработать над э, своим производством, над технологией. Mm -hmm. Сейчас в связи с, ну это больше, наверное, с курсовой, вот э, с курсовым скачком можно связать. Сейчас это более выгодно, и больше предприятий стали оставлять э, бычков именно для того, чтобы на откорм. То есть сейчас мы можем больше увидеть говядины, произведенные в Ленинградской области. Но тем не менее я знаю, что мясные производства, они все-таки закупают э, мясо. За границей, из Канады даже везут. Ну, к сожалению, потому что. Наша дорогое или На в чем Наша, да, да, продукция, она дороже. Ну, потому что там а она свежая, она без консервантов. Соответственно, у нас нету, к сожалению. Там, как у нас там ну, в Новой Зеландии, да, круглогодичного выпаса, да, что мы, если был бы то мы могли делать значительно дешевле, на самом деле, говядину. все-таки, если говорить об импорте, которого теперь нету, много мы заменили санкционных продуктов? Ну, можно сегодня с уверенностью сказать, что практически все позиции, которые у нас попали под эмбарго в рамках антисанкций, они сегодня все нашли свое присутствие на нашем рынке с точки зрения отечественных производителей. Я здесь с Михаилом согласен, вот, например, если конкретно по говядине говорить, то у каждого вида своей культуры пищевой есть целый ряд особенностей, которые сказываются именно от географической принадлежности к климатической. Поэтому, безусловно, там та же самая говядина, это не специфика региона, там, Петербург и Ленинградской области, да, это южные страны, как Аргентина, откуда традиционно уже, там, Австралия та же самая, откуда традиционно хорошая говядина по всему миру да, отправлялась в связи с тем, что ну коровки просто пасутся под солнышком, травку да там кушают. Но у нас и... ребенок вообще не способствует, как вот. я понимаю, быстрому как несмотря урожаю. на это, несмотря на это, сегодня стоит отметить, что в стране появился целый ряд компаний, одна из которых, к примеру, Мираторг которая, ну вот я даже недавно, так к примеру скажу, общался с руководителем нашего союза рестораторов Санкт-Петербурга, у которого сеть знаменитых петербургских таких ресторанов по приготовлению стейков. И мы с ним в беседе этот вопрос проговаривали, он говорит, что вот наше отечественное мясо сегодня – ни в чем не уступает той же самой Аргентине, Австралии, которая уже была. Причем раньше, до санкций, качество мяса было значительно хуже. А что изменилось? Солнце ярче стало светить. А, вы знаете, открылся Подбог. рынок. Здесь а, конкурировать с производителями аргентинскими было очень тяжело, а, поэтому сама экономика диктовала то, что а, не совсем выгодно было вкладывать большие ресурсы именно в качество здесь. Так как рынок сегодня освободился и все э, торговые прилавки открыты именно для наших отечественников, то и это и стимулирует, конечно же, и э, само качество и увеличение объема м, производства именно собственного. Причем я уверен в том, что а, вот а, та, к, к счастью, вот ситуация, которой мы сегодня столкнулись, да, а, если даже санкция и отменится то, что мы сегодня уже сделали, тот задел, он останется. И главное, что люди сегодня привыкают. Вот одна из, например, таких, если говорить о пищевой продукции, показательных, что называется, историй, это сыр пармезан. Да, его все любят. Да, его много кто употребляет. И когда только вот под эмбарго попали итальянские сыры, да, пармезан в том числе, у многих рестораторов с которыми мы общались в том числе, было такое, прямо, можно сказать, паника. Из чего же мы теперь будем делать такие популярные рецепты салатов? И в первое время наши производители находили тот самый рецепт к желудку наших покупателей да, и потребителей. И сегодня это отличный сыр. Это отличный То сыр. То есть его начали По производить вкусу, у нас? Да, его стали делать достаточно качественно. С точки зрения органолептики, я говорю, с точки зрения вкусовых. Вот. А с точки зрения качества, конечно же, это нужно проверять каждый э, сыр в отдельности. Вот, потому что... А ну, все-таки охотно люди идут, сегодня. вовлекаются, скажем, в импортозамещение? Достаточно охотно, причем как производители, так и те, кто пользуется их продукцией. Вот, опять же, ну, у любого производителя продукции это либо потребитель, как мы с вами, либо это такой контрагент в качестве объекта сбыта пищевой продукции. Либо магазин, либо ресторан, который тоже сегодня хвалит. Михаил, а фермеры, они подстраиваются все-таки под программу импортозамещения? Что что-то вводят, может быть, что-то сажают необычное? Ну, здесь вопрос. Конечно, мы слышали о том, что у нас и бананы сейчас выращивают бананы? пытаются вырастить. Да, Я знаю, что пока. виноград стали а, выращивать. Бананы, да, да. Но все равно мы не сможем заместить, да. Мы можем только произвести здесь что-то. Ну, на самом деле, надо смотреть, я всегда говорю, на соседнюю Финляндию и производить то, что производит, по сути, Финляндия, ну, именно наш регион. Но тут придумывать сильно много ничего не надо, да, какие-то эксклюзивные вещи, можно что-то подумать, но да, вот. Сейчас, конечно, фермеры работают опять же на тему сыров. Да, и у нас тоже есть сейчас. Примеры. Много сейчас у нас фермеров, которые делают сыры качественные. Вопрос, в каких сырах? Если мы говорим сыр адыгейский или домашний, так домашний называемый, сыр, да. да? Нет, там я вот имею в виду, конечно же, твердые многие. сорта, похожие твердые, на итальянские, скажем. Твердые сорта, к сожалению, тоже особо, ну, как мало кто делает, мало в основном пока, да? мягкие сыры, там, либо вот из козьего, там, да, там. Сам то интервью. есть, грубо говоря, мы можем сейчас сказать, что э, эта ниша не закрыта, в этой нише есть место разместиться, и люди могут вовлекаться люди... в импортозамещение, да, 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 да. придумать, есть, как это сделать. Да, здесь, конечно, есть люди, потихоньку мы находим людей, которые вот, э, нашли именно себя. Я знаю, что у нас один человек на, начал заниматься, например, рекотой. Да, специально пошел заниматься. Другой начал заниматься камамбиром. Да, то есть люди вовлекаются Получается реально... Да, получается. Единственное, что там, как выяснилось, что у командира есть целая линейка. Там, допустим, одни пахнут поменьше, другие побольше. Ну, там то есть, тоже целая история. Где люди находят, ну, как скажем, не рецепты, но они же должны как-то узнать, как это делать. Вы как, вы как президент ассоциации, ой, президент, да, ассоциации крестьянских фермерских хозяйств. Вот что-то вы проводите для ваших фермеров, какие-то обучающие семинары? Ну, здесь, к сожалению, это чисто персональная работа. Они работают сами. Мы максимум, что сейчас делаем, это как рекомендуем или говорим, да? ну, вот что, что нужно. А, то есть вы им подсказываете, что можно импортозамещать? Но у нас уникальная ситуация, на мой взгляд, в Ленинградской области. За счет субъекта Санкт-Петербурга мы можем замещать практически все. Вот в этом уникальность, поэтому мы можем заниматься как производством любого. Бананы выращивать. Да и бананы, в том числе. Если мы будем производить бананы, и людям скажем, что вот у нас есть бананы, произведенные у нас, без там консервантов. Мы же все знаем, что часть бананов ведется везется и потом проходит какую-то обработку, да, химическую. Так я так понимаю, нам еще кормовые бананы везут. У нас а, не, не принято есть те, которые люди едят. Нам как для животных везут. Вот, так соответственно, да, если у нас будет произведен здесь банан, люди, которые будут знать, что, ага, вот это тот настоящий банан, они будут его покупать. Ленинградский. Да, ленинградский. Поэтому вот в этом как раз уникальность. Были бы мы в Псковской области, мы бы искали того, кому продать это. Да, выход или как его привести. Владимир, а где люди могут найти Информацию ну, по, по продуктам, по каким-то другим сферам, что импортозамещать. Где-то можно это найти? Здесь абсолютно все на самом деле просто. Нужно открыть то, что у нас запрещено после закона. Списочек, весь, Конечно, этот список есть. Его можно посмотреть в открытом доступе, можно открыть закон там есть весь список по всем позициям поэтому все что там есть все можно импорта замещать другое дело вот но ну, михаил сказал что к сожалению там с рецептами не помогаем я здесь не согласен что к сожалению мне кажется наоборот в этом даже интерес свое новое открывать нет не свое новое здесь в конкуренции даже внутри нашего региона в нашей страны в этом-то интерес чтобы качество, я сейчас говорю про вкусовые в первую, в первую очередь, да, чтобы какие-то рецепты новые появлялись, вы говорите, где их искать? Но ну, это целая наука, потому чтобы отправить, к примеру, своих технологов. Ну, пищевых технологов в то же учиться самое. надо, понятно. Да, но у нас сегодня благо есть, где учиться такой профессии наш институт ЭТМО, где есть целые кафедры по пищевой значит, продукции? Соответственно, в Италию куда-то можно отправить, рецепты там у них записать или записать? Как, -как вернуться. Китайцы везде, да, тоже смотрят новые технологии. Хорошая Она практика такой. очень, Отлично. да. Отлично. Да. Так а все-таки, вот сейчас заговорили о том, что мы это импортозамещением занимаемся. А если все-таки санкции отменят? И у нас будет, будут и импортные продукты, смогут наши фермеры, которые делают сыры, другие какие-то производители смогут конкурировать? Выстоят они это? Безусловно, станет гораздо сложнее. Нужно смотреть на вещи объективно. Но с учетом того задела, с учетом того и, я бы сказал, психологического фактора среди нашего населения, среди устойчивости уже м, использования этой продукции на практике конкретно, я уверен, что наша продукция сможет устоять на рынке, а, причем м, с хорошим таким а, плюсом для потребителей с точки зрения цены. Но для То, этого, что... наверное, надо, чтобы еще несколько лет было санкций, для того, чтобы укрепить как-то свои позиции. Ну, Слушайте, на самом деле я вот считаю, что тут уже мы находимся в той э, точке процесса, когда уже у нас э, вот все, что мы хотели, э, скажем так, начать импортозамещать, уже должны уже начали, мы это да? делать, да, угу. и сегодня процесс уже налажен. Ну а если говорить, что да, мы вот делаем сыры, мы смотрим список санкционных продуктов и все это замещаем, а спрос-то на них есть? Спрос на Люди -то них. Люди-то покупают это все? Ну, здесь, если говорить вот про... Мне проще говорить вот про наши натуральные да, продукты. На них спрос конкретно есть, да, потому что их, как правило, к сожалению, найти сложно. Да, То есть, если да их говорить. можно найти, <свеск> я иногда ищу, мне действительно это интересно. Нашла сыродельню где-то во Всеволожском, по-моему, районе. И цены меня, ну, так, удивили, в общем, <свеск> я понимаю, что, наверное, каждый день я не буду <свеск> такой сыр есть. Ну, тем не менее... Мне кажется, что это дорого очень. <coughs> вопрос в другом. Если вы хотите получить дешевый сыр, то берете... Вот как мы ходили с другой общественной организацией, смотрели то, что подается на лавках магазинов, где надпись «Фермер» есть, знаете, или белорусские Хороший, товары. Хороший, да. да и там а, из 10 образцов оказалось, что в 6 нету молочного жира. Да? То есть Фальсификат это по творогу, например. Или по сметане. В восьми образцах нет молочного жира. То есть хорошие продукты должны быть всегда дорогими, да? Они не должны быть дорогими, но они не могут быть дешевыми. Вот так, да, скажем. А, к сожалению, под дорогой могут и некачественные. Да? То, что вы нашли с родильным во Всеволожском районе, это натуральный производитель, это действительно реальный продукт. Да? Но если мы берем, к сожалению, спецы, которые занимаются палевым маслом и так далее, они могут из него сделать, я вам могу сказать, что все, что захотят. И они, к сожалению, могут по органолептике еще лучше приблизиться к, вот, так сказать, к, к, исходному, продукту, да, да? к исходному продукту, с которого все бралось, нежели как раз те, кто экспериментирует, те, кто как раз свои рецепты дает. Да, поэтому здесь вопрос. Да, может быть, не всегда его можно есть, но опять же, не все сыры для повседневной еды, да, допустим. Да, вот, ну, комомер, в принципе, я бы не стал есть каждый день. Вот лично я, да, там. Ну, а может быть, есть такие любители, которые не против. Ну, тут здесь вопрос. Опять же, там все равно ценник не такой большой. Да? Если мы берем магазины премиум-класса, то там почему-то ценник в два раза был бы больше, чем вы там нашли, да. Поэтому... Вот мы затронули сейчас тему магазин, там, белорусские товары, фермер. Я так понимаю, что и ваша организация тоже проверяет, да, все время качество, за качеством следите. А... То есть, действительно, в магазинах, на которых написано фермерские продукты, не фермерские продукты. Там нет фермерского продукта. Ну, так нельзя говорить. Где-то фермерские есть, где-то их нету. Но что я могу сказать, вот как значит, представитель государственного учреждения да, по контролю качества? Первое. Я не рекомендую нашим зрителям покупать фермерские продукты. Во-первых, у дорог у бабушек где-то или не в проверенных местах. А бабушки, они же пальмовое масло точно не будут перерабатывать? Вопрос абсолютно не в том, будут бабушки добавлять или нет. Неизвестно, как бабушки хранили. К примеру, молоко это, которое не... неизвестно, здоровая корова у нее была или она была чем-то инфицирована, эта корова. Во-вторых, неизвестно, какую пищу эта корова ест, какую траву она ест, Непроверенная чем эта трава. корова, понятно. А, ни в коем случае нельзя такую продукцию покупать, употреблять, а, особенно без обработки. Только Люб. если это у своей бабушки, если все у своей бабушки, да? да, я думаю, своя бабушка, конечно, никогда не обманет, вот, но покупать где-то непроверенных местах в магазинах нельзя. С точки зрения цены, если качественный продукт, он не должен быть дорогим, он должен быть объективным с точки зрения а вот если стоимости. Объективность, давайте, Михаил, вот вам наверное это близко тема. Сколько нужно, например, литров молока для того, чтобы произвести там килограмм творога? Творога. Ну, вот э, по творогу я могу сказать, что нужно, ну, берем 10 литров примерно. На 1 килограмм? На 1 килограмм. То есть сколько литров молока стоит? Литр молока. Даже вот оптом, если? Если, если, да. если говорить про крупные uh -huh. предприятия, э, которые сдают там на заводы, то ценник там от 22 до 25 рублей, там в зависимости от качества молока. То примерно. есть получается, только молока надо но, на 250 но, рублей? Да. А плюс еще что? Плюс нужно? еще нужно провести термическую обработку, время потратить, зарплата рабочего и так далее. Да? И получается, что килограмм дол сколько должен стоить? 400 рублей без накруток производителей и без каких-либо других накруток. И тогда можно, в принципе, подумать о том, что он, наверное, натуральный. Да, потому что, ну вот, понимаете, очень часто, на самом деле, бывают такие случаи, когда люди видят там мороженое, либо сметану, либо еще что-то дешевле литр молока. там За 25 рублей что-то, да, видят там, прям литр сметана и килограмм, или там мороженое, да, там за, за 5 рублей. Ну вот такого не бывает сегодня. Если вы видите такую стоимость, то сразу же задумайтесь о том, дорого ли вам ваше здоровье. Потому что недобросовестные производители, с которыми мы сегодня активно боремся, и Роспотребнадзор борется, к сожалению, сегодня еще присутствуют. Присутствует их сегодня много ввиду экономической именно такой ситуации, не самой, наверное, хорошей с точки зрения доходов да, наших граждан для того чтобы не купить что-то некачественное, это а покупайте в хороших магазинах, которым вы доверяете, в торговых сетях, у которых есть свои а службы, качества. А торговые сети это гарантия того, что будут продукты качественные? Я не могу сказать, что это стопроцентная гарантия безусловно, но в любом случае это является некоторой уверенностью, так как в таких торговых сетях крупных, которые мы знаем, есть свои службы контроля качества, у которых есть при себе свои лаборатории аккредитованные. Мы с ними сегодня практически со всеми... Они проводят какие-то исследования? Проводят, да, исследования у нас проводят в Государственном центре контроля качества для того, чтобы такая продукция на прилавке не попала. Но я знаю, что сейчас подделывают и название производителя, и подделывают состав продуктов, что только не подделывают. Если можно было раньше посоветовать, ну, читайте, чтобы не было пальмового масла, то сейчас я понимаю, что, в общем-то, можно это даже не советовать, потому что могут просто обмануть. Ну, то, о чем вы говорите, это фальсификация, и такая продукция, она, в принципе, не может продаваться. Если мы выявляем о наличии такой продукции, а мы сегодня в Центре контроля качества запустили систематический контроль качества, по которому мы берем целый ряд, там, линейку какой-то продукции, все торговые знаки, проверяем, что соответствует, что нет. Если видим, что а, какой-то товарный знак а, небезопасен, там, а, к примеру, из-за а, превышения антибиотиков, либо еще каких-то вредных веществ, то мы сразу же направляем информацию в Роспотребнадзор, для того, чтобы это снималось с прилавков. Снимается? Удается все а, это? Удается, безусловно, есть некоторые проблемы тоже с этим, вот, но сегодня работа активно ведется, поэтому, да, снимается. А что мешает э, вот этим недобросовестным производителям, которые продают свою продукцию в магазинах фермер, белорусские продукты, э, ну, под вывеской, не, не, не название, да, э, что им мешает, например, поставить цену больше и сказать, что, ну, теперь-то у нас все тут натуральное, и никто... Здесь не... вопрос в том, что им ничего не мешает так сделать, здесь, к сожалению, подтвердить этот вопрос, ну, но сложно без лабораторных исследований. Мы в том числе сейчас работаем на той теме, чтобы как раз разработана, по сути, методика определения того или иного производителя, насколько происхождение его продукта подтверждено. Да? То есть мы, ну, пока мы тестируем, смотрим это дело, но... Это в дальнейшем... То есть, а мы же быть. сейчас говорим про э, тот э, творог, который продается на развес, правильно? Да. В этих магазинах. Да, то есть, получается, можно ли сейчас посоветовать всем зрителям, что не надо покупать на развес? <свес> я не рекомендую покупать творог на развес. <свес> <свес> ну, здесь я бы не стал, на самом деле, говорить ну, со своей стороны, что и сети у нас это стопроцентное качество. Да? К сожалению, сети у нас, например, там фермерского продукта тоже. Если продается, то не в том количестве, в котором мы его, там, может быть, ожидали бы, да? То есть здесь вопрос, ну, в общем-то, если говорить про личные подсобные хозяйства, которые продают на рынках, например, да, у них другого варианта, то есть по они большому счету, только. нету. Да. Они, конечно, у них это пластиковая тара, да, они там, там книжки, да, там они еще что-то, но... То есть у них есть все равно свой сбыт, да? То есть им пойти в сеть будет никогда. Они тогда не продадут свой натуральный продукт. Но сейчас все-таки в сетях стоят ну, так называемые фермерские продукты, а может быть, и действительно фермерские продукты. Я, по крайней мере, видела красиво оформленные витрины, такие вот в эко стиле. Это действительно фермерские продукты? Нужно говорить конкретно о в тех местах, которые вы видели, да, это опять же нужно проверять. Ну больших гипермаркетах. В целом те продукты, которые настоящие фермерские, они сегодня э, не относятся к категории продукции э, по сегменту ценовому там ниже среднего уровня. Это достаточно. Да, не выс... все стоят дороже, и просто хочется понять, не, ну вот не, не каждый фермер может попасть в сеть, но значит этим фермерам как-то удалось. Ну, те, те, которых я фермеров знаю, которые туда попадают, они либо потом отказываются от сетей, То так есть это как они не выдерживают некоторые моменты по поставкам, да, к сожалению, там пока есть вопрос по возвратам, да, например. <связано> не покупают. А, Дорого. Но у сетей есть такой принцип: да, когда ты должен предоставить товара столько, сколько они заказали, а если они не продали, ты излишек должен забрать. Ну, понятно, а так как не фер получить, фермер да? поставляет так называемый фреш, да, свежий продукт, то, к сожалению, он попадает на то, что, конечно, половина у него сразу портится. Mm -hmm. и ему потом это деть некуда, это становится невыгодно, да. То есть вот здесь те, кто поставляет, ну, мне сложно сказать, кто туда поставляет, да, и как. Я не занимался, честно говорю, исследованием конкретно вот этих мест. Пока, то есть мне, нам без этого хватает работы. Да, вот, тех же магазинов фермер пока да, тут то, то куда точно может а, поставить свой продукт фермер вот и хотелось Мог как быть. раз тоже спросить вспоминая все те же сыры которые научились у нас делать итальянские а удается ли сбыть весь товар если даже не, да, не в сетях а вот работает маленькое фермерское хозяйство все ли им удается продать ну, сейчас насколько выгодно вообще быть сейчас фермером? И делать какие сейчас стоящие вещи. продает продукты ровно столько, сколько у него покупают, я бы так сказал. И он не готов увеличивать количество произведенной продукции, потому что он понимает, что он столкнется с проблемой сбыта. А временем заниматься отдельно проблемой сбыта в таком случае у него нет, потому что он занят вопросом производства. И вот мы в такой ситуации находимся, когда... И нужно бы увеличить, и никак. Да? Именно поэтому вот этот вопрос импортозамещения, создания новых фермерских хозяйств, которых у нас 212 фермеров, у нас за эти годы получили поддержку грантовую, да? а новых 146 хозяйств. Да? Соответственно, рынок не испытал никакого шока, да? потому что вот люди, каждый фермер занялся сбытом своей продукции. То есть те, кто сколько выпускал, они так и выпускают, а те, кто увеличили, они спокойно продают. Да, то есть сейчас мы производим пока столько, сколько потребляем, ну, готов, можем потребить без... И фермер не готов резко увеличивать объем, потому что если он резко произведет больше, ему придется снижать стоимость, а продавать ниже себестоимости ему будет невыгодно. Сейчас мы ненадолго прервемся и вернемся, когда продолжим наш разговор. Это программа обстоятельства. Мы сегодня говорим об импортозамещении. Агросезон закончился, фермеры собрали урожай, и можно уже подводить какие-то итоги, сколько чего выросло и что произведено в нашем регионе. Я напомню, у меня в гостях президент Ассоциации крестьянских фермерских личных подсобных хозяйств и кооперативов Михаил Шиконда и заместитель директора Санкт-Петербургского Санкт центра контроля качества товаров, продукции, работы и услуг Владимир Баринов. А вопрос у меня следующий в продолжении нашего уже разговора. А, а все-таки, как можно понять, а, что в магазине лежит качественный продукт? А, я знаю, что у вас есть марка качества, которая произведена в Петербурге. Вот можно о ней поподробнее? На каких она продуктах? И, то есть, если мы видим такой значок, давайте, может быть, даже покажем его уже сразу. Можем ли мы быть уверены, что мы покупаем качественный продукт? На самом деле, у нас с 15 марта этого года реализуется городской проект «Петербургская марка качества». Это система добровольной сертификации. Я вот покажу нашим зрителям, как выглядит этот знак «Грифон» который сегодня можно увидеть и на упаковке, и еще в ряде обозначительных мест. Что это такое? Система добровольной сертификации производители, которые хотят выделить свою продукцию сегодня, получить преимущество в рамках программы импортозамещения, они могут подать нам заявку. Наш орган по сертификации проверяет производство если оно соответствует всем критериям, стандартам, ГОСТу, ХАСПу, то тогда мы берем образцы продукции, которые хотят сертифицировать. ПМК сертифицирует конкретный продукт, не компанию в целом. И дальше этот продукт едет в нашу лабораторию. В лаборатории, если мы смотрим, что он соответствует всем заявленным характеристикам, нету никаких нарушений, то это является основанием для того, чтобы вот этот знак товар смог получить. Цели у проекта две. Это информирование населения о наличии качественных продуктов питания, товаров и услуг. И это продвижение наших производителей Петербурга и Ленобласти в рамках импортозамещения. Мы сегодня в начале программы говорили о том, является ли гарантией то, что вот продукты покупаешь в торговой сети. Я сказал, что нет. А вот если такой знак есть на упаковке продуктов, то это является гарантией качества, которую дает правительство Санкт-Петербурга. Объясню почему. Это очень важный момент. Наша система, она сегодня уникальна для страны в целом. Почему? Потому что каждый продукт, который имеет знак, он 4 раза в год подтверждает, прав, да? подтверждает, причем внепланово. Наши эксперты выезжают на производство, Внезапно. не предупреждая их не могут не пустить, потому что по договору между нами и производителем, который получает этот знак, если они нас не пускают, то сертификат аннулируется. Это для нас является основанием а, заподозрить, что они хотят что-то скрыть. Поэтому мы приезжаем, берем продукт, если качество такое же, как оно и было изначально, значит сертификат продолжает действовать, а, и а, этот продукт а, действительно является качественным. Но возникает тут же вопрос, а нельзя ли подделать ваш сертификат? Сертификат, я думаю, можно подделать абсолютно любой. любой да. Но список тех товаров, у которых есть этот знак качества, он размещен на сайте Государственного центра контроля качества Петербургского. Этот реестр постоянно обновляется, он очень удобный. Его можно скачать как такой каталог и себе в сумочку, что называется, положить, либо можно по категориям отдельно посмотреть. Сегодня это и товары молочной продукции, и мясной продукции, и овощи, и вода, и алкогольные даже продукции у нас есть. Исключительно пока что Петербург и Ленинградская область. Этот а, проект сегодня поддерживают а, торговые сети нашего города а, компании X5Р у них а, три торговые сети перекресток а, карусель и пятерочки вот а, в магазинах то можно, есть, там увидеть. можно найти такую, да, да можно угу. причем более того можно увидеть а, такие а, такие же вот указатели у ценников которые а, наведут наших а, покупателей на то что это товар со знаком пмк то есть, в а, принципе, можно уже не смотреть ни состав, ничего, а быть уверенным, да, что это качественный продукт. Абсолютно верно, потому что мы следим очень сегодня бдительно за качеством. И а, более того, я хочу даже сказать, что а, производители, у нас сегодня их вот по пищевке 13, около 126, по-моему, продуктов уже в ПМК сегодня сертифицировано. Были такие случаи, я не скрою, что производители нам подавали заявку на а, там, 30 продуктов, а когда узнавали уже всю, что называется, технологию, а, технологию проверки да, и дальнейшие угу. правила участия в системе, они говорили, давайте мы не 30, а давайте вот мы там 5 продуктов Один. Да, наших самых хороших сертифицируем. А что, Это... что их пугало так? А, и их, почему? Их пугало, как а, кто-то говорил, что не уверены в качестве поставляемого сырья, к примеру. Да? Вот то так. есть они ссылались на внешние факторы, угу. а, но м, нам приятно а, то что они очень ответственно к этому подошли. Многие производители сегодня ПМК не получают, потому что они понимают, что они просто не потянут. И качество не будет соответствовать. А -а -а те продукты, товары и услуги, которые получают этот знак. Мы сегодня активно их рекламируем благодаря ресурсам наружной рекламы, социальной, в метро рекламу можно быть, в торговых сетях. Это еще лента подключилась к проекту, скоро ОК подключается к проекту. Более того, вот, ну, не секрет на самом деле, что вот у нас Крылока есть компания-магазин, который свою выпечку сертифицировали как качественную. Также и ОКей хочет свою э, продукцию сертифицировать под торговым э, вот э, знаком, Вот с, с таким личным. знаком будет, да. да. То есть у них можно покупать будет в кулинарии. А, вот эту на кусочку. практически всех продуктах уже есть а, такой знак, uh -huh. а, и а, до конца года, ну, он уже будет действительно на всех, кто-то не успел еще внедрить у кого-то старые еще запасы у кого-то старые запасы да что хочу отметить еще вот мы сегодня понимаем что для того чтобы на рынке было хорошее действительно качество на потребительском рынке здесь это игра не в одни ворота когда производитель держит у себя на ноге мяч да а это еще и игра со стороны потребителя потому что если потребитель сегодня будет безответственным если он будет прощать а, вот такие вот а, выпады с точки зрения а, производства некачественной продукции, то а, тем самым мы будем это поощрять. Ни в коем случае нельзя этого делать. Если вы увидели, уважаемые зрители, что а, где-то вам показалось либо продукт некачественный, либо вас обслужили некачественно, а, звоните. И вот я всем а, а, хочу, чтобы все записали на сами телефон а, 233 55 45. Это телефон горящей линии центра контроля качества по любому вопросу вашей претензии, если у вас будет качество. Мы комплексно нужно, с этим разберемся. Когда вам звонишь по этому телефону, вам нужно что сказать? Что я в том-то магазине купила такой-то продукт, и мне кажется, он некачественный или как? Там на самом деле целая процедура, uh -huh. потому что здесь тоже должно быть все в рамках закона сделано. Вот. Но если uh -huh. очень коротко, да, то примерно так, как вы сказали. Нужно сказать, где вы купили, написать заявление, конкретно на что у вас жалоба. То есть, это еще заявление написать, еще куда-то приехать, а еще в пакетике продукт привезти, или Нет, это проще? Значит, продукт в пакетике, кстати говоря. Ни в коем случае нам вести не нужно. Потому что вы можете его довести неправильно, и он у вас по дороге уже, там, в машине у вас жарко, уже испортится. Мы сами делаем закупку этого продукта в том магазине, где вы покупали. Какую-то анонимную, да? Ну да, и понимаем, что уже по этому продукту конкретно какое качество. Я сказал про просветительскую такую работу. Мы сегодня с сентября этого года запустили уже, вот начинаем сейчас пилотно. Я думаю, что в ноябре официально откроем факультативы по защите прав потребителей для школьников 10-11 классов по всем районам в школах нашего города. Факультативы это значит не обязательное, а по желанию. Факультативы это значит, что это не обязательная программа, но директора всех школ, комитет по образованию, который нас здесь поддержал и является нашим партнером, большой интерес проявили. И вы знаете, я вот на нескольких таких факультативах сам был, видно, что ребята глаза горят, что они относятся к этим с интересом, потому что каждый понимает, что он потребитель, каждый понимает, что вот у него были какие-то ситуации жизненные, когда как-то не так опять же обслужили, либо вот он купил и не знал, как вернуть, да, когда мы подсказываем. И э, один раз вот это, знаете, это как э, очень азартно на самом деле, когда ты вот что-то купил у тебя некачественно. И ты защитил свои права, то у тебя затягивает. это, у тебя это затягивает, да. Действительно, мы видим это даже по практике тех людей, которые к нам обращаются. Когда мы к ним им помогаем, они вновь и вновь то обращаются. То есть они уже не боятся и уже смело да, вам звонят. Знают, что у них права мы говорили сегодня еще в программе о фермерских продуктах. Много ли фермерских продуктов у вас получили такое или еще нет? Фермерские продукты у нас сегодня не получили знак качества. У нас есть некоторые требования, что продукт должен быть упакован, безусловно. И фермерские продукты сегодня это такая на самом деле, это эксклюзивные товары. Мы вот, но ну, лично я отношусь к фермерским продуктам как к сырью для производства уже э, продукции в таких крупных масштабах. Вот у нас, например, э, есть э, там, крупные производители, всем известные, такие как Пискаревский молокозавод. Э, тоже пользуется, конечно, фермерским именно молоком, который туда отправляется, там оно обрабатывается качественно, и уже по факту получается качественный товар. Михаил, а вы согласны с тем, что фермерский товар ⁇ это сырье? Ну, не совсем. Всего лишь. Не согласен, это эксклюзив. конечно. эксклюзивное Ладно, с сырье. с тем, что это эксклюзив, я согласен, потому что у нас все-таки ну, выжить в таких условиях, да, и производить продукт, который все считают дорогим, это, к сожалению, это да, эксклюзив. А где-то фермы действительно производят сырье, а где-то у них есть своя переработка. Да, как правило, опять же, мы там ту же птицу мы не можем назвать сырьем, да, если она должным образом произведен убой. То же самое, если мы говорим про говядину, да, там а свинина у нас совсем эксклюзив. Ну, то да. есть все мясо, получается, у нас не сырье, потому что, как мы уже поняли, ну, да, что из Канады мы, да. дешевле вести для колбасы мяса. Но да, да. это уже эксклюзив, это уже не. Ну, по, по большому счету, да. Дальше, если мы говорим про молоко, то здесь вопрос дальше, опять же, что мы потребляем. Если мы потребляем творог, то творог, он так или иначе проходит термическую обработку в любом случае. Да? Если мы потребляем сметану, тут уже, конечно, могут быть вопросы. Да, конечно, к сожалению, есть варианты каких-то кустарных производств. Здесь нельзя говорить, что да, бывает, но это не говорит о том, что это фермерская продукция. Да? Есть люди, которые просто подменяют, опять же, понятие. А у нас распространена такая вещь, как когда закупается продукт у фермера, берется у него вед справки, например, все, продалась там одна-две, допустим, тех же курицы, и потом дальше продается нечто иное неизвестно откуда, да, это а фермер даже об этом и не посредники, знает. посредники да? Ну, посредники, это, или это, бывают угу. маленькие магазины, да, там еще что-то. Поэтому здесь надо очень внимательно относиться, конечно, к тому, где и что, и как покупается. А если говорить вот об эксклюзивных продуктах Ленинградской области Петербурга, что еще у нас, ну, не знаю, какие-нибудь удивительные есть занятия фермерские? Ну, у нас страусы, если именно из удивительных из говорить, да, да то необычно это... Для... Ленинградской области Петербурга. Ну хотя это уже да, достаточно обычно на мой взгляд, да, страусы. Ну, привычный есть страус, это, да. Mm -hmm. Да, то есть у нас это вот бананы – это более эксклюзивно. Так а они уже есть? А, бананы. Ну, вот ищем сейчас. Мы слышали, что они есть, сами ищем, где они есть, да, кто. То есть где-то у нас выращивают бананы, мы сейчас ищем, где, да? Да, мы сейчас ищем. Надеюсь, найдем, да. Дальше, ну клубникой мы не удивим никого. У нас есть африканский кларивый сом. Так, Пример. это что за зверь? Да, это зверь, который единственный на Северо-Западе производится. А, там уникальность данного сама в том, что, ну, если не говорить о нем, как уникальной рыбе, в принципе, что он может сутки строить. без Я воды. Я знаю, что он ползать может. Да, он общем может ползать на, на километр, да, да. То есть, помимо этого, у него качество, у него достаточно много аминокислот. Его, если приготовить из него котлетки, то его можно спутать с мясом с обычным, то есть когда ешь, думаешь, что ты ешь мясо, на самом деле, ну обычно, я имею в виду там либо птицы, либо там что-то такое диетическое, на самом деле это рыба. Ну, да? то, есть то есть это вот у нас фермеры вот раз, такие направления себе выбирают. Да, у нас есть производят и в том числе сик, форель, то есть здесь. Рыбы э... много, да, я слышала. Вот, ну, а все-таки нашим там, фермерам и не только фермерам вот, какую-то поддержку государство э, оказывает? Мы вот начали уже вначале чуть-чуть говорить о том, что все-таки есть какая-то поддержка. Что это за поддержка? У нас сегодня есть целый ряд субсидий с которыми можно ознакомиться там, на сайте комитета по агропромышленности Ленинградской области. Вот. Но я бы здесь, честно, хотел, так как мы об импортозамещении говорим, отойти немножко от сферы пищевой продукции. Вот, какие у нас еще сегодня популярные направления? Это легкая промышленность. В Петербурге сегодня есть целый ряд производств достойных, которые сегодня... Во-первых, нашли свою нишу на рынке петербургском который пользуется успехом среди жителей города и сегодня разрабатывается прям такая комплексная программа поддержки наших производителей легкой промышленности сегодня этот проект защищался на очень высоком уровне и здесь нам, нам есть чем гордиться петербург может быть такой столицей россии по производству одежды у нас более того недавно один из производителей компании Дували стала первым производством, которое сертифицировало одежду в рамках Петербургской марки качества. То есть у вас уже там и одежда есть. И одежда есть, это правда одежда исключительно значит, детская для девочек но это очень актуально было вот в преддверии 1 сентября и актуально, в принципе, для каждого родителя, потому что та одежда, которую мы проверяли по нашим требованиям, мы провели испытания, на что только на самом деле не провели, на гигроскопию, воздухопроницаемость и так далее. Поэтому очень качественно, очень стильно вот на нашем сайте скоро появится информация о этом производителе Дували. Рекомендую, потому что ничем не уступает дорогим иностранным компаниям. По цене очень приемлемо и очень со вкусом, и так интеллигентно по-питерски сделано. Но если это в рамках импортозамещения, эта компания, она сама справилась или все-таки были какие-то по поддержка какая-то со Субсидии сегодня есть на затраты компенсации по сертификации, на затраты по арендной ставке, есть субсидии на выставочную деятельность, что как раз-таки ну, нужно представлять да, в рамках там, импортозамещения. И еще есть целый ряд программ, поэтому Просто кто-то этим активно сегодня пользуется, кто-то менее, может быть, ну, наверное, неправильно говорить ответственно, да, но все же вот кто-то просто не верит в это, да, это есть и работает. Вот кто-то пользуется, кто-то нет. Но программа сегодня достаточно такая обширная, ее можно изучить. Я ну, вот, вот, вот еще знаю, что и для фермеров есть различная поддержка, там начинающий ну, фермер, ну, еще какие-то. В Ленинградской а... области 34 вида поддержки по линии агропромышленного комплекса. Еще помимо а малого, сколько среднего среднего сложно бизнеса... получить-то вот эту поддержку? Мне все время ну, кажется, нау... что это какое-то немыслимое количество бумажек надо сделать. Это стереотип. Это стереотип, это... Развейте, пожалуйста, у меня стереотип. Ну, здесь, здесь вопрос на самом деле первый, да, вот на мой взгляд, у нас всегда все упирается, вот с кем я не встречался, в том числе и с фермерами, и с молодежью, всегда упирается в то, что, конечно, все сидят и говорят, ой, это нереально, ой, это там кто-то там. Но деле, это же не из с пустого чего? места взялось, -то, что это нереально. Слушайте, когда-то это было нереально, но у нас в сознании настолько это все фундаментально осело, с 90-х годов еще с середины. Сегодня все по-другому. Оформить сегодня субсидию не тяжело. Если ты действительно добросовестный производитель, неважно в какой отрасли, если у тебя ты всему соответствуешь, то ты можешь заполнить документы, но без документов, извините меня, нельзя. Да? Кому деньги-то давать и за что? Но вот, Михаил, согласитесь, что сегодня процедуры абсолютно просты, Люди, заходите на сайты э, комитетов, э, да, субъектов, на что ищите. То есть и найти легко, и, в общем-то, получить несложно. Конечно. но есть фермеры ты есть, которые получают, нас и которые это... Если вот взять, вот, допустим, по гранту начинающий фермер, тот, кто пришел, да, из заявителей у нас, получается, пришло там 43, по-моему, в прошлом году, или нет, 46 человек, 43 сейчас уже точно не помню, пришло за грантом начинающий фермы. 26 ушло. В смысле, с грантом. с грантом. 26 ушло с грантом. Это по сколько они получили? Это больше миллиона. Порядка там полутора, миллиона там с лишним. Ну а, и на средний. это, в общем-то, начинающие фермеры, я так понимаю, они могут на начать. Они могут дело, да? начать. С следующего года эта сумма хм. уже становится 3 миллиона. Да? А, то есть государство увеличивает постоянно суммы. Иди занимайся. Давайте вот, Михаил вот такой... сейчас особенно заинтересовался. А следующего года? Я задумалась, может мне фермеры пойти. так у нас есть и по комитетам по поддержке малого среднего бизнеса, там полмиллиона дают. Опять же, бери, делай свою собственную маленький бизнес. Я не понимаю, чего я сейчас здесь с вами делаю. Пойду-ка я, пожалуй, за грантом. Есть буквально по минутке сейчас у каждого, чтобы подвести какой-то итог нашей беседе. Михаил, что ждет наших фермеров? Как они смогут достойно себя представлять на рынке. Ну, я надеюсь, мы сейчас начали уже работу по отделению нашего на фермера Ленинградской области от всех псевдофермеров. Это большая работа, которой мы сейчас занимаемся. Потому что мы с петербургской маркой качество это отработаем в том числе. Да? Я думаю, мы отделим все-таки нашего настоящего фермера и в ближайшем будущем дадим нашему покупателю конкретный ответ. Если вы потребляете, берете там, вот такой продукт или вот делаете вот тот, то а вы найдете действительно там, 99%, что это будет настоящий, не фальсификат. Вот это раз. И второе, нашему фермеру нужно обращать внимание на потребительскую кооперацию. И на самом деле не только фермеру, но и другим производствам есть понятие кластерное развитие. Это все потреб кооперации. К сожалению, у нас знаний на эту тему очень мало, вот, как показывает практика. Чем больше мы узнаем, чем больше мы сможем в ней развиваться, тем мы устойчивее себя будем чувствовать, когда откроют границы на самом деле. Потому что угу. та же призма — это кооператив в Европе. То же валю — это кооператив в Европе. А у нас как коммерческие организации. Да? То есть дело за кооперативом. Дело за, коопер... за кооперацию. Спасибо. Владимир, а петербургская марка качества, ну, если подводить итог, вот она поможет вытеснить все-таки недоброкачественные продукты? Она способствует этому. А, безусловно здесь и другие должны механизмы работать для того чтобы вытеснить вот но в целом она как раз таки ориентирована на то чтобы да, рынок был приоритет именно в качественной продукции поэтому в качестве такого э, вывода, что ли, да, нашей передачи, я хочу посоветовать нашим потребителям, э, жителям Петербурга, Ленинградской области, покупать э, именно товары со знаком «Петербургская марка качества, потому что это то, что э, абсолютно гарантируется качество правительством Санкт-Петербурга. Уже прямо сейчас. Уже прямо сейчас, да. Э, и э, последний мой совет. Никогда не спускайте с рук... Недобросовестным я так назову, прям торгашам, чтобы нарушали ваши потребительские права. Если вы с этим столкнулись, звоните к нам в наш государственный центр контроля качества по телефону 233 55 45, и мы будем разбираться. С, с, каждым с каждым случаем, да, отдельно. Спасибо большое. Спасибо, можно долго рассуждать. Санкции это хорошо или плохо, но время показало, что такие меры стали серьезным стимулом для развития отечественного производства. В Петербурге в области развиваются фермерские хозяйства и продуктовые предприятия, и уже сейчас у каждого из нас есть возможность купить качественные товары. Достаточно увидеть на упаковке небольшой значок с грифоном, одним из символов города. Это была программа "Обстоятельства". Берегите себя, до встречи.